Так, друзья, плюс поставьте, если меня видно, слышно. Зачем указывать телефон при регистрации на МК? Вдруг у вас что-то не получится, или вы захотите принять участие в какой-то программе, наш менеджер сможет с вами связаться или подтвердить вашу регистрацию, узнать, чтобы вам хотелось узнать еще больше на МК, конкретно под ваши задачи. Предыдущий эфир я сохранил, но он, наверное, появится чуть-чуть позже. Так, друзья, продолжаем с вами топ-20 фишек для фотографа в 2019 году в Инстаграм. Блин, надо было Инстаграм написать, ну ладно, пусть уже будет так. Точно, Ирина, спасибо, приходят еще смс с напоминанием. Так, друзья. Итак, что у нас было? Это фокус на определенной целевой аудитории, это оформление вашего аккаунта, это личные фотосессии, личный бренд, регулярность, заголовок под фотографией, тексты под фотографиями, хэштеги, истории, лайвы, опросы в историях, всевозможные новые фишки, таймеры, неймтеги, контент-стратегия, таргетинг и стратегия. Следующий пункт у нас, переходим к лидерам мнения. Лидеры мнения очень важны, но я бы расценивал их не для прироста подписчиков, а для значимости и веса в портфолио. То есть, если вы в каком-то городе снимаете известную личность, то вы потом эти фотки активно встраиваете в контент-стратегию. И есть большое количество целевой аудитории, на которую это хорошо работает. Типа, ну так он же снимал Дорофееву, так он же снимал Полякову, так он же снимал Пугачеву. Это работает очень круто. Как правильно создать провокационный контент? Ну, давайте оставим этот вопрос в конец нашей дискуссии. Ну, потому что, слушайте, я сейчас скажу какую-то фишку, и все фотографы ее сделают. Ну, надо придумать. Ну, нет быстрых ответов. Вы быструю таблетку ищите. Как правильно создать провокационный контент? Подумать, что такое провокационный контент. Что может спровоцировать подписчиков? Очень важно сначала научиться выполнять правила, чтобы потом их нарушать. Поэтому с лидерами мнений нужно работать, но я бы не надеялся на прирост подписчиков. Лидеры мнений очень плохо рекламируют, либо если вы предлагаете бесплатную съемку за репосты, то тогда диктуйте условия лидеру мнений, как это сделать. Диктуйте это мягко, но устанавливайте определенные правила, потому что просто если выложат вашу фотку и в сторис отметят, на вас никто не подпишется. Слишком много фотографов, они скучные, неинтересно следить за фотографами. Я реально вижу прям вот какое-то уже отторжение у людей к фотографам, потому что они просто задолбали своими фото, они просто выкладывают фотки, это неинтересный аккаунт, идет отписка. Вы неинтересны, если вы выкладываете только фотографии, которые вы делаете. Как удержать людей в лайве? Не все такие радиоточки, как вы. Нужно учиться, чтобы удержать людей в лайве, нужно использовать механики, которые я применяю в лайве. Я прошу вас комментировать, прошу делиться эфиром. Поделитесь, пожалуйста, эфиром, если он вам полезен. Отправьте его своим друзьям-фотографам. Ну, мне реально будет, во-первых, приятно. Во-вторых, это для меня будет доказательством того, что контент вам нравится, потому что вам не жалко им делиться. Обычно вы делитесь тем, что вас удивляет, либо то, что вам нравится. Я не всегда был таким. У меня есть первые ролики на YouTube, где я полное чмо вообще. И я могу вам показать эти ролики. И в этом нет ничего зазорного. Ну, то есть ролики на YouTube, где я реально полный чмошник. Я учился выступать, я шел и боролся с этим страхом. Я не всегда так хорошо выступал, не всегда был классным спикером, как сейчас. Короче, дальше. 16. Марафоны. То, в чем вы сейчас принимаете участие. То, в чем я принимаю участие. Это тренд номер один. Но никто пока что не придумал делать маленькие марафоны на маленькую аудиторию. У нас достаточно мощный марафон. Вот мой эфир в топе. 300 человек, 400 человек на эфире. Делайте маленькие марафоны. Очень рекомендую. Смотрите, все, что я рассказываю, знаете вы все. Но никто ничего не делает. Поэтому очень важно внедрить хоть что-то. Внедрите марафон.
Возьмите визажиста, стилиста, специалиста по похудению, свадебного организатора, декоратора, видеографа, флориста и сделайте совместный такой же марафон. Перед свадебным сезоном поделитесь с полезной информацией и объедините всю вашу историю, всю вашу аудиторию на каком-то профиле. Внедрите это. Через такой прогрев получается гораздо больше результат. Ребят, я не буду от вас скрывать. Смотрите, вы смотрите много фотографов каждый день. На кого-то вы пришли, на кого-то не пришли, у всех свои дела. Попасть там в топ эфира, находясь здесь, очень сложно. Грубо говоря, ну вот повезло, там, повезло, так звезды сошлись, что сегодня мы с вами общаемся, я вещаю, а вы смотрите. К примеру, я вам понравился, вы зашли, вам понравилось то, что я излагаю. Вы зашли на мою страницу, подписались, посмотрели, не понравилось, отписались. Я реалист, я это понимаю. В итоге, что происходит? Я через контент, через какую-то пользу заинтересовал вас. Применяйте это. Точно так же делайте, как и мы это делаем. Учитесь у тех, кто является лидерами, тех, кто придумали это раньше, и внедряйте то же самое. Смотрите, как я веду лайвы, ведите так же. Я учусь точно так же. Я смотрю, как ведет лайвы Гарри Ви, Гарри Вайнерчук. Ну, это просто псих какой-то. Это человек, который в 12 часов ночи, каждый день, в течение 2 лет, выкладывает видео на YouTube. Что? Камон, с ним ходит целый день оператор, он постоянно излагает хреновую тучу мотивации и выкладывает это видео на YouTube вечером, каждый день в течение 2 лет. 700 видео. Что? Серьезно? Серьезно, вот так человек фигачит. Поэтому марафоны очень крутая тема, очень недооцененная. Привет, нужно с ними работать. Дальше, польза для аудитории. Вот это как раз мы затрагиваем этих креаторов. Несет ли ваш контент пользу? Делитесь ли вы чем-то полезным с вашей аудиторией? Допустим, я в своем инстаграме делюсь там, как фотографу сформировать стоимость, как какие-то новые фишки инстаграм, как попасть в рекламу, ну короче, всякие фишки про инстаграм, как попасть в топ, как разговорить подписчика, как вести свой аккаунт. Людям это интересно сейчас, потому что сейчас это интереснее, чем просто фотографии. И мне все равно пишет огромное количество клиентов по поводу того, чтобы я их пофотографировал. Сколько стоит свадьба, сколько стоит love story и так далее, и так далее. Поэтому важно создавать контент, который полезен той аудитории, которая есть у вас. Если у вас нет аудитории, сформируйте стратегию, аудитория придет через контент. Ваш tone of voice, тон, с которым вы разговариваете, ваш бренд, через который вы вещаете, он придет к вам. Ну, допустим, я могу в прямом эфире есть, я могу и сейчас начать есть в прямом эфире. Для многих это просто табу, люди не могут есть в прямом эфире, типа у вас там начинает что-то свисать и так далее. Людей это бесит, они не принимают эту часть. А вот все, эта часть аудитории от меня отсеялась, она не принимает меня, вот я могу есть, да, в прямом эфире. Ну супер, у меня другая аудитория, которой это нравится, никто не ест в прямых эфирах, а я ем, вот это становится интересно, это тоже своего рода провокация. Дальше, 18-й пункт, репосты в сторис вашего поста. Новая фишка, которая появилась в Instagram, рекомендую ее использовать. Видно, сколько людей поделилось вашим сообщением в Direct Message, либо видно, сколько людей репостнуло ваше сообщение, репостнуло вашу публикацию к себе в сторис. Создавайте всевозможные конкурсы, мини-конкурсы за репосты в сторис. Но очень важно, я вот лоханулся немножко, очень важно, чтобы вы понимали, что как только проходят сутки, эти репосты пропадают, и вы не можете их посмотреть. Поэтому можно ли для скрина создать позу? Я в сторис выложу. Ну, давайте скриньте, я не знаю, что. А что мне сделать? Давайте придумаем позу. Да просто заскриньте что-нибудь. Можно словить, пока я вещаю. Я буду просто к вам смотреть и все. Ну, чтобы позу. Я сейчас у меня Давайте я буду раздеваться. Успели? Супер. Так, дальше. Репосты в сторис вашего поста. Запомнили. Тут начинается теперь следующая сложная штука. 19-й пункт. Engagement rate или engagement rate reach. Вам видно доску? Поставьте 5, если видно доску. Смотрите, что такое ER? Engagement rate – это
Как он считается? Это тот показатель, который показывает охват вашего профиля. Вы его сегодня после эфира можете посчитать, это будет ваше домашнее задание. Вы берете количество лайков, количество сохранений, количество комментариев, количество шейров и делите на количество ваших подписчиков и умножаете на 100. Ну, желательно считать еще среднеарифметическое, поэтому желательно взять вот это за последние 7 публикаций. 7 публикаций. Тогда будет более четкая информация. В итоге у вас получается цифра в процентах. Ну, допустим, engagement rate моего аккаунта составляет в районе 4%, там 4-5%. Что это значит? Это значит, что из моего аккаунта только 4 либо 5% аудитории взаимодействуют своими публикациями. Но сейчас в пабликах принято считать еще новый показатель engagement rate reach. То есть появилось большое количество пабликов, в которых есть большое количество мертвой аудитории, аудитории, которая не видит ваших публикаций. Поэтому мы берем количество лайков, сохранений и комментариев и шейров, но делим не на количество подписчиков, а на количество охватов, на охват, на средний охват этих публикаций. То есть мы делим на ту аудиторию, которая в вашем профиле активная. Потому что в последнее время вы видите, что у вас может быть 10 тысяч человек в аккаунте, но из них, но охват у вас составляет 2 тысячи постоянно. То есть есть всего 2 тысячи человек, которые постоянно видят вашу публикацию. Для меня, допустим, стандартная статистика это 15 тысяч охват, да? Вот могу вам показать. Две с половиной тысячи лайков, 161 комментарий, 7 шейров. Шейры это когда люди поделились вашей публикацией. 76 сохранений, охват 17,8. 18 тысяч пользователей из моих 60 охваченных. То есть нужно читать статистику Инстаграма. Это тоже очень важно, чтобы понимать, какие публикации у вас работают, а какие нет. Ребят, меня видно, слышно? Поставьте плюс, если меня видно и слышно. Угу. На каком моменте я завис? Что повторить? То есть из моих 60 тысяч подписчиков охвачено, можно сказать, 18 тысяч. И это, такой предельный охват. Максимальный, который у меня был, в районе 32 тысяч. То есть половина подписчиков охвачено. Что такое шейр? Это когда ваши публикации делятся в сторис или бросают в директ месседж. Мой охват. Показал же мой охват. Лайки, комментарии, шейры, сохранение, охват. Допустим, возьмем другую фотографию, да? Лайки, комментарии, сохранение, репосты, сохранение, охват. Охват меньше. Дальше. 20-й пункт. Это масс-фолловинг и масс-лайкинг. Один из последних пунктов, вы помните, будет еще бонусный, а также розыгрыш книги. Масс-фолл и масс-лайкинг. Много вопросов задают, будут ли они работать. Тем более, Инстаграм
в последнее время закручивает гайки, полностью борется с накрутками, и много задают мне вопросов, что же будет с масс-лайкингом, масс-фолловингом, можно ли дать доступ к своего профиля к другому стороннему сервису, это вызывает какой-то очень большой страх. В целом масс-фолловинг и масс-лайкинг работает, но работает с эффективностью где-то 3-4%. Этот инструмент будет еще больше дорожать. Инстаграм делает все для того, чтобы вы начали пользоваться платной рекламой и платили ему. Ну, допустим, в Фейсбуке вы так уже, скорее всего, не делаете. В Фейсбуке вы платите за рекламу, если вам что-то нужно. Инстаграм тоже идет к этому пути, потому что он принадлежит Фейсбуку. На моем YouTube-канале есть видео о том, как Инстаграм закручивает гайки, рассказано что, почему, приведена статья, которую можно почитать на английском на эту тему, где я брал эту информацию. Вот, поэтому масс-фолловинг и масс-лайкинг работает, это не является накрутка, это разные абсолютно вещи. Накрутка лайков и накрутка подписчиков – это не масс-фолловинг и не масс-лайкинг. Масс-фолловинг и масс-лайкинг имитируют устройство, такое же, с которого вы сидите в Инстаграм, и с вашего профиля подписывается и отписывается от людей. Это не накрутка лайков. Так, ну и для тех, кто до конца, вас сегодня, кстати, много, вы до конца сидите, и это круто, потому что вам интересно. 21-я фишка. Повторяйте ваши посты. Я вам официально разрешаю. Это нормально. Не все те пользователи, которые видят вас, видят ваши публикации регулярно. Я вам это продемонстрирую на своем примере, потому что мой пост о том, как фотографу сформировать свою стоимость, набрал 800, это я его запостил второй раз. То есть были какие-то активности с моим профилем, я как-то набрал 60 тысяч подписчиков через giveaway, через пользу, через рекламу, через большое количество экспериментов, чтобы разобраться с тем, как все это работает. Я это все сделал, теперь у меня есть определенная аудитория. Повторяйте ваши посты. Я через 2 месяца повторил свой пост, и он набрал 831 сохранение, 23 тысячи охвата, 196 раз им поделились в директ-месседж, 171 комментарий, 500 посещений профиля, 2-3 тысячи лайков. Поэтому вы можете повторять посты, не нужно удалять старый пост. Просто проблема в том, что вы, возможно, делаете посты нечасто, и вам кажется, что, боже, я выложил ту же самую фотографию. Ну и что, через месяц никто не знает... Никто не знает, когда вы что выкладывали. Давайте я вам покажу свою ленту. Про секс наговорил на 60 тысяч. Блин, ну вы раскусили меня. Я люблю говорить про секс. Вот этот пост про как фотографу сформировать свою стоимость. Идем ниже и находим такой же пост. Это у нас был какой месяц? 23 ноября, ноябрь. Я даже фотографии повторяю, смотрите. А, не то, подождите, не туда нажал. Как фотографу понять, сколько стоит за 14 апреля? Апрель, ноябрь, я повторил свой пост. Я знаю, что он заходит, потому что здесь в нем было тоже очень много комментариев и очень много сохранений. Давайте покажу по статистике, да? Здесь даже можно будет понять, сколько в нем было сохранений. То есть сейчас он зашел еще лучше, потому что аудитории фотографов в моем профиле стало больше. Сейчас мы его найдем. А, нам нужно просто нажать сохранение, и он нам перестроит все. Там было тоже просто много сохранений. Ну, короче, непонятно. А, он выводит
Сейчас надо. Короче, он выводит. Да, такой давний топ не выводит. Далее, друзья. Сейчас, поэтому официально можете повторять ваши посты в сторис, это абсолютно нормально. Ой, ваши посты в ленте. То есть, если у вас есть какой-то пост, который понравился вашим подписчикам и точно зашел, вы можете абсолютно спокойно использовать этот пост. Потому что вы знаете, что он точно зайдет, вы можете подогреть интерес вашей аудитории в сторис и сделать этот пост очень и очень интересным. Друзья, смотрите, я сейчас закреплю ссылку на мой бесплатный вебинар о том, как фотографу продвигать себя в Инстаграме, и будем с вами отвечать на вопросы и разыгрывать книжку. Почему все фоточки классные, а волосатых ног нет? Волосатые ноги в сторис – это не контент для Инстаграма. Давайте все-таки расскажу. У меня есть некоторое время для этого, и потом перейдем к ответам на вопросы. Как фотографу продвигаться в Инстаграм? 16 декабря в 19:00 по Киеву, в 19:00 по Москве. Бесплатный вебинар от фотошколы Photostudy Me. Вы узнаете, как правильно вести Инстаграм, чтобы он приносил клиентов. Узнаете, что важно делать, чтобы ваши фотографии собирали лайки и комментарии. Увидите, что эффективнее вести один личный аккаунт или несколько рабочих. Разберетесь с алгоритмом Инстаграм, сможете составить свою уникальную стратегию продвижения и первым узнаете про новинки и тренды продвижения в 2019 году. Здесь еще более подробно расписано, кто ведет, что происходит на вебинаре. Ссылку закрепил. Также после эфира можно будет у меня найти в профиле ссылку на этот вебинар. Приходите, буду рад вас всех видеть. Он бесплатный. Получите еще тонну пользы про Инстаграм. Там другой контент. Нет, там не будет то же самое. Вообще не будет то же самое. Будет, я не рассказываю два раза то же самое. Будет по-другому, иначе вам будет неинтересно. И какой смысл вам тогда приходить на вебинар? Вы же инвестируете время, я инвестирую знания. Далее, давайте разыграем книгу среди всех тех. А, нет, давайте сначала ответим на вопросы, а потом разыграем мою книгу «Финансовый прорыв фотографа». Вот такая она, отправляем в любую точку мира. Здесь, кстати, о, сейчас покажу вам. Здесь, кстати, есть очень много полезного о том, как фотографу оформить правильно и вести свой бизнес. Про Google, ну, сейчас покажу. В общем, здесь нарисовано, как, допустим, оформлять правильно свой профиль в Инстаграме, как правильно оформлять свой профиль в Фейсбуке и как его вести. Дальше. Глобально, что происходит в книге? Книга сформирована по моему курсу «Финансовый прорыв фотографа». В книге мы прорабатываем все вот эти моменты и в курсе. Это самоорганизация, мотивация, портфолио, вдохновение, продажи, личный бренд, маркетинг и продвижение за границей. Курс длится 3 месяца, более 60 часов информации, 90 дней мы работаем с вами. Книга написана по курсу, ее краткая такая версия. Сегодня ее разыграем. Так, ну что, давайте буду отвечать на вопросы. Какого года книга? Книга 2018 года, августа. Это вторая версия книги, абсолютно новая и обновленная. Что нужно сделать, чтобы выиграть книгу? Ну, сейчас придумаем что-то. Давайте сначала напишите ваши вопросы. Книгу можно купить у меня в профиле. Можете мне написать, я расскажу, как купить. Да, если хотите к Новому году, то желательно заказать, потому что если на следующей неделе уже закажете, то мы не сможем доставить ее. Далее. Вопросы. Есть ли какие-то по теме, по этим топ-20 фишек Инстаграм? Давайте их еще раз проговорю. Это был фокус на целевой аудитории, оформление аккаунта, личные фотосессии для профиля, личный бренд, регулярность, заголовок под фото, тексты и их абзацы. Тексты, которые дроблены абзацами, их понятно читать. В хэштеги, истории, лайвы, опросы в историях, новые фишки, таймеры, неймтеги, контент-стратегия, таргетинг и его стратегия, лидеры мнений, марафоны, польза для аудитории,
репосты в сторис ER и ERR, масфоллинг и маслайкинг и повторение контента, который заходит, наиболее безрисковая публикация. Так делают все блогеры, особенно если им нужно прорекламировать что-то, они меняют фоточку, но оставляют контент, который точно заходит и спокойным образом... И абсолютно спокойным образом гарантируют какому-то рекламодателю охваты и... охваты. Нужны ли личные фото для фуд-фотографа? Да. Бизнесмену важно понимать, кому он доверяет свою фотографию. Люди покупают у людей, не покупают у вас фотографию, потому что она классная. Таким образом, вы не отличаетесь от сотни других. Очень много вопросов, подождите. Юра Тигр. Да, я тигр по знаку зодиака. Где купить книгу? Напишите мне в личку, я подскажу. Не могу я больше рекламировать себя так много. Себя. Кстати, ребят, правда, если вам был полезен эфир, поделитесь им в сторис, напишите инсайты. Мне будет очень интересно узнать, что вас торкнуло, что вам понравилось и что у вас в голове изменилось по поводу Инстаграм. Это будет реально очень и очень приятно. Поделитесь в сторис, расскажите про проект Superphotographers, можете меня даже отметить. Мне будет приятно узнать, что вам было полезно. Надо ли чистить подписчиков, есть всякие магазины и так далее. Они как мертвые души, не комментят, и поэтому охваты меньше. Да, это боты, аккаунты, которые подписаны на вас, чтобы вы что-то купили. Их нужно блокировать, потому что они не смотрят за вашим контентом. Их нужно не просто чистить, их нужно блокировать. По конкретному ЦА понятно, если это аккаунт стокера, тематики съемок разные. А нафига тебе вести аккаунт стоков в Инстаграме, продавать свои фотографии на стоках? Зачем ты выкладываешь это в Инстаграм? Я не понимаю, зачем стокеру Инстаграм. У меня есть курс по фотобанкам, я не понимаю, зачем тебе как стокеру Инстаграм. Это твой расфокус. Ты потратишь время на Инстаграм вместо того, чтобы захватывать рынок на стоках. Зачем ты ведешь Инстаграм? Хочешь другие какие-то съемки получить? Это расфокус. Если ты стокер, будь стокером. Если ты клиентский фотограф, будь клиентским фотографом. Расфокус. Bullshit! Расскажите еще о провокации. Ну, я привел пример. Ну, там, выложили ноги, написали, забыла побрить. Я сейчас видел 3 мужика, которые в прямом эфире брили ноги, и это взрывает их Инстаграм. Все, вот вам провокация. Провокация – это то, что вы можете ее стырить у кого-то, но это то, на что ваши подписчики не готовы, на то, что... То, что не соответствует каким-то нормам приличия, но в 2019 году рамки будут стираться и будет еще больше и больше работать провокационных штук. Что для вас провокация, то и делайте. Я же не знаю, может быть, для вас провокация – это подумать о групповом сексе, а для меня провокация – количество людей в групповом сексе. Провокация – понятие разное для каждого из вас. Если только начала путь фотографа и не знаю еще, что интересно конкретно, не делать портфолио из каши – можете делать портфолио из каши, но если вы только начали, я бы рекомендовал сосредоточиться на портретах, выкладывать их, потому что это самое простое, что можно продать, потому что всем нужен личный бренд, вы сегодня можете друг друга пофоткать и уже заработать деньги на 100-300 человек, и всем нужны личные фотосессии. Параллельно снимая то, что вам нравится, но продолжая выкладывать портреты. Если в Инстаграме будет отсутствовать фокус, вы не сможете с него получить клиентов. А можно подарить бедному киевскому фотографу? Нет, нельзя. В смысле, ты мужик и говоришь, что ты бедный киевский ижевский фотограф. Не киевский, ижевский. Если ты... Ну, я не жалею бедных людей. Нет, нельзя. Ну, вы бедный, потому что вы захотели быть бедным. Приложения, какими пользуетесь для инсты? LiveDune и Telegram. Все, больше другими не пользуюсь. А, приложениями для не раскрутки, наверное. Я пользуюсь VSCO, Preview и все. Юрий, спасибо большое. Где эффективнее закупать рекламу? Непосредственно от Инстаграма или же другие сервисы юзать? У Инстаграма я об этом эфир проводил сейчас только что. Удаление старых публикаций влияет на что-либо? Нет. Вы можете их не удалять, а архивировать, тогда точно не влияет, потом можете восстановить. Стоит ли платить за пост и историю накрученным профильным аккаунтом? Какой хитрый вы задаете вопрос. Но они же накрученные. Но если у них есть охваты, стоит платить. Если у них нет охватов, то не стоит платить.
Ну, стоит платить или нет, вы можете узнать только когда заплатите. Я не могу за вас решить. Вам нужно заплатить, протестировать и понять, работает это или нет. Работает с этим профилем или нет. Если рекламодатель адекватный с головой, он делает так, чтобы в следующий раз вы тоже купили у него рекламу. Главное это все применить, чтобы ваш эфир не прошел даром. 100%. А чтобы мой эфир не прошел даром, внизу я закрепил ссылочку. Прямо сейчас возьмите на компьютере, пока смотрите на телефончики, и зарегистрируйтесь на вебинарчик, там еще закрепите все. То есть в Инстаграм нужно транслировать свою жизнь, просто действовать по ситуации, импровизировать, не зацикливаясь ни на каких-то шаблонах. Супер! Красавчик! Я считаю, это самый правильный эфир. Да, удивлять и рассказывать о себе. Снимать все маски, переставать играть роли, переставать играть в охеренных фотографов, показывать жизу. Как фотографу выбрать одно направление в деятельность, если ты любишь снимать в разных жанрах? Можно несколько родственных направлений? Нельзя. Можно выбрать одно направление и его выкладывать. А снимать можешь любые направления и зарабатывать на любых направлениях. Но выбрать нужно одно, если ты хочешь стать популярной и достичь успеха. Чем больше энергии ты тратишь на расфокус, тем меньше энергии остается у тебя. Юра, спасибо вам за эфир, как всегда шикарный. Пожалуйста, Татьянка Дончик. Знаю, Инстаграм конкурирует с Ютуб, то можно ли заменить небольшим видео о себе или о работе вместо личных фото и личных фотосессий? Ютуб и Инстаграм работают, ну вы намешали два вопроса в один. Инстаграм конкурирует с Ютуб, да, убрали этот вопрос. Непонятно, как он относится к этому вопросу. Можно ли заменить небольшим видео о себе или о работе вместо личных фото? Инстаграм устроен таким образом, что он постоянно показывает в своих алгоритмах новый контент. Если вы один раз в своем профиле сделали видео на одну минуту, я сомневаюсь, что вы сможете рассказать о себе. Фотографии – это инструмент, которым вы можете рассказывать о себе чаще. Я бы рекомендовал использовать фотографии для фотографа, потому что видео, если оно вирус, работают в основном только вайны в Инстаграм. Почему? Потому что ими делятся. Это та штука, которой хотят поделиться. Ну, типа там, виды женских оргазмов. Все ржут с этого и начинают сбрасывать. Там чайка, старая женщина, домохозяйка и так далее. Ну, я не знаю, видели вы этот вайн? Нет, очень смешной. Все хотят по-другому поделиться друг другу. А вот если вы сделаете видео о том, какой вы, ну, кто им захочет делиться, и оно наберет меньше, чем фотография. Почему? Потому что не всем людям удобно смотреть видео. Думайте над тем, как люди увидят ваш контент. Просто у фотографов, понимаете, видео даже без обложки выкладывают. Просто черное превью в профиле. Кто его должен смотреть? Почему? Ну никто вам ничего не должен. Поэтому важно понимать, что ваше видео человеку должно быть... Он должен... Ну не все же в Инстаграме готовы слушать прямо сейчас. Вы можете быть на работе, в метро, в троллейбусе, в маршрутке. Вам неудобно может быть. Поэтому видео смотрят на самом деле меньше, если оно не имеет вирусный эффект. Я вот, мне присылают видео, я только потом, когда добираюсь куда-то и могу посмотреть, выделить время, тогда смотрю. Какой свет на вас там сейчас выставлен? Воу! Фотограф! Держи! На меня выставлен вот эти три источника освещения температурой 3500 кельвинов. Нужно ли чистить инсту от магазинов и мертвых аккаунтов? Отвечал. Сколько постов в неделю следует делать? Отвечал. Один в день или один в два дня. Если начинающий все же определится выкладывать разные фотостили первое время? Да, выкладывать разные, но определитесь с чем-то одним, что вы будете выкладывать. Заголовок под фото должен быть всегда провокационным, призывающим к действию. Нет, не всегда, но всегда надоест людям. Людям надоест ваши провокации. Ну, хотя провокации пока не надоедят. Пробуйте, провоцируйте, экспериментируйте. Все понятно, сделала скрин с раздеванием, супер. Спасибо большое, мне тоже было приятно вам позировать. Я же спросила, если я новичок и фоткаю все подряд, портфолио делать или нет? Нет еще фокуса. Я не понимаю этого вопроса. Значит, подожди 5 лет, пока ты перестанешь быть новичком. Я дал конкретные рекомендации, что делать, ты мне задаешь опять пятый раз один и тот же вопрос. Нельзя делать разное в Инстаграм. Нельзя выкладывать листик, кошку, божью коровку, пейзаж,
свою попу и своего ребенка. Это херня. Нужно выкладывать что-то одно, параллельно делая красивые фотографии мира, который ты видишь вокруг. Не отпугнет ли такая провокация клиентов? Может и отпугнет. Нужно задумываться. Но может и отпугнет, какой у вас tone of voice с аудиторией. Может кого-то привлечет, кого-то отпугнет. Но если вы такой хороший и причесанный, вы будете становиться все более и более неинтересным. Ну, на мой взгляд. Размер фото, ширина и высота влияют на их качество при публикации. Я закидываю 5000 по длинной стороне в Инстаграм, вообще не парюсь, даже не думал над этим вопросом. Ура, можно сопли показывать. Да. Вы очень классный, спасибо. Посмотреть за то, что большие клиенты платят, пусть они выберут деньгами, если прям все направления. Не было вопроса, просто поделились мнением, не знаю, что вам ответить. Сколько стоит книга? Книга стоит $10, и доставка, если за пределы Украины, $7.50, если в пределах Украины, $2.50. О чем говорить в прямом эфире, если его смотрит 4 человека? Приходите в курс, информация, расскажу вам. Нужно составлять стратегию прямых эфиров заранее, рассказывать подписчикам о том, что будет эфир. Есть много механик, как сделать так, чтобы их не было 4. Расскажите, пожалуйста, про шапку профиля, что важно там писать. Важно написать, ну, важно, чтобы человек, который смотрит на вашу шапку профиля, понимал, кто вы, что вы, и хотел на вас подписаться. Описать свой бизнес в 3 словах и выделиться среди всех остальных фотографов на рынке. Не писать «Я фотографирую счастливые моменты жизни», «Я фотографирую любовь», «Я останавливаю время», «Я запечатлю ваши лучшие моменты жизни». Это полная херня какая-то, которая написана в каждом 2 профиле. Это скучно. Про накрученные профильные аккаунты. Стоит на них тратить деньги? А вы не поняли мой ответ на вопрос? Я не могу понять. Вот вы задаете мне... Вот две девушки задали вопрос один и тот же 2 раза. Ну, типа, вы, значит, вы не поняли ответ? Или, типа... Или я дурак, я не понимаю. Стоит ли на них тратить деньги? Стоит, если это эффективно. Эффективно это или нет, я не знаю. Покажите мне аккаунт, я смогу посмотреть его и сказать вам эффективно. Вы меня спрашиваете какой-то воздух. Стоит ли накрученный профиль? Откуда вы знаете, что он накручен? Какая там реакция? Сколько там сколько подписчиков? Какой engagement rate? Я загружаю профиль в статистику платную, смотрю профиль, прежде чем дать рекламу, анализирую его и потом решаю, принимаю решение, давать рекламу или нет. О чем я вам должен ответить? Вы мне ни профиль не показали, ни количество денег, ничего. Юра, можешь погадать мне на картах Таро? Могу. Пост лучше на компьютере писать, и используйте программы для выкладывания постов. Я пишу все вручную, но мой SMM-менеджер в профиле shop.photostudy.me и photostudy.me используем мы SMM-планер. Впервые вас увидела сегодня, очень понравилась подача инфо. Ну, ты же не пропустила вот этот момент? Вот это было самое ключевое. Вот, все, потом, значит, все будет хорошо. 4 сказать, чтобы они приглашали других. Как распределить свои силы между Инстаграм и Фейсбук, чтобы не распространять одну и ту же информацию и там, и там? Распространять, ну, выбрать приоритетную соцсеть и заниматься кросс-постингом в остальные. Посмотри последнее интервью с Дамиром Халиловым, мы об этом как раз рассказывали на моем YouTube-канале «Будь в фокусе». Там как раз об этом супер подробно рассказано. Выбери, если Инстаграм у тебя приносит клиентов, это твоя основная площадка, все остальное кросс-постинг. Если ВКонтакте, то это твоя основная площадка, все остальное кросс-постинг. Вы так быстро и складно говорите, кто вам поставляет кокос? Кокос мне поставляет Тина Канделаки. Будет ли сохранен эфир? Нет, я не буду сохранять эфир. Очень устал отвечать на этот вопрос. То есть в Инстаграм можно транслировать свою жизнь, просто действовать... Да, это я уже ответил. Юрий, спасибо большое, благодаря вам узнал о марафоне суперфотограф. Круто, вот, и суперфотографер что-то от меня, польза какая-то тоже прилетела. Лена, как бы, обрати внимание... Не боюсь ли я, что я взращиваю конкурентов?
Это убыточная позиция для определенного уровня развития. Не боюсь, потому что я занимаюсь на данный момент не фотографией, а обучением фотографов профессионально. И ну, наша школа одна из трех сильных игроков на рынке СНГ. Одна из трех лучших школ, которая дает качественную информацию, как фотографу зарабатывать. Я абсолютно этого не боюсь, потому что моя цель и миссия сделать так, чтобы фотографы зарабатывали неприлично много и были мне потом за это по гроб жизни благодарны. Просто говорили: «Юра», как они говорят обычно в отзывах, «спасибо тебе, что ты изменил мою жизнь». Я сейчас, ну, не троллю, я правда. Вы можете зайти, посмотреть отзывы фотостадии, они так и говорят. Поэтому я давно не конкурирую с фотографами, мне это абсолютно не интересно. У меня есть свой пул клиентов, который у меня заказывает. Я зарабатываю на обучении, чуть-чуть на фотографии, много зарабатываю на свадебных книгах. И я абсолютно не боюсь взращивать конкурентов. Чем успеешь, чем больше... Я считаю, что успех человека в жизни определяется количеством людей, которых он привел к успеху. Потому что если я сам привел себя к успеху, это, конечно, круто, но есть следующий этап, когда вы не просто берете, а вы еще отдаете. Я считаю, что кроме того, что я продаю много программ обучения, я еще очень много отдаю. Прям нереально много в бесплатном формате, в Ютубе. Вот здесь на эфире рассказал очень много платного контента. Поэтому я не, вообще не боюсь. Я бесстрашный. Я Аквамен. Программой запланировать пост. Так, хорошо, быть искренним. Не понимаю, как искать подписчиков не магазины в своем городе. Заходишь на самый дорогой отель в своем городе и смотришь, кто в нем в спа выкладывает фоточки. Привет, как попасть к тебе на интервью? Ну, у тебя должно быть от 50 или даже 70 тысяч активных подписчиков, чтобы ты мог дать мне на канал тоже аудиторию. Тогда я могу тебя пригласить на интервью. Потому что либо заплатить мне за интервью, то есть получается моя аудитория, которая есть на Ютубе, я ей пиарю тебя. Соответственно, ты либо должен дать какой-то профит каналу, то есть должен привлечь на нее подписчиков, либо ну, дать какое-то вознаграждение. Очень большое. Lexus, не знаю. Про тестирование стратегии таргета. Как понять, какая стратегия лучше всего сработала? Это объявление дешевле всего дало вам на количество показов, количество регистраций, либо кликов на вашу публикацию. Ну, есть метрики: охват, сохранение, комментарии, лайки. Вот какие вы метрики выставили в вашей стратегии, такие, если за $10 этот пост принес больше всего, значит его дальше используйте. Одни продажники, спасу нет. Это вы сделали мне комплимент, что я очень круто продаю себя? Да, это есть такое. Спасибо, Юрий, круто вещаете. Можно ли, не используя домашних дополнительных сервисов, привлечь большую аудиторию? Да, используя giveaway. Либо контент. Контент и коллаборации, либо таргетинг и giveaway. Спасибо вам за большое количество теплых слов в мой адрес. Как в маленьком городе сфокусироваться на одном виде съемок? Хороший вопрос. Ну, наверное, никак. Сфокусируйся тогда на одном стиле съемок. То есть ты можешь выкладывать там новорожденных, свадьбы, беременных, портреты, но делай все это в одном стиле, чтобы человек понимал, что ты бренд. Игорь Барабоша. Игорь. Когда вас позовут в Superphotographers, тогда и будете вещать. Что вы на все вопросы отвечаете? Я не понимаю, зачем вы это делаете. Вы хотите признания или что? Вы просто уже 10-й комментарий оставляете. Я читаю их и понимаю, что это опять вы. Что делать, если рекламный аккаунт на Фейсбуке заблокировали? Создать новый. Ну, просто так не блокируют, наверняка были нарушения. Можно писать в поддержку, но зависит от причины блокировки. Как выкладывать видео, чтобы Инстаграм не съедал качество? Ну, приближать его, посмотреть стандарты для мобильных телефонов, посмотреть... Я не парюсь этим вопросом, посмотрите справку Инстаграм, там обычно написано, какие требования к видео. Вот Игорь, посмотри, на все вопросы отвечает. Игорь, да приходи просто в эфир, проводи. Сказали, можно блокировать боты. Как это сделать? Заходите в своих подписчиков, открываете подписчика,
И там есть справа кнопочка «Заблокировать». Все просто. В смысле, Игорь опять вам ответил. Лена, удаляй уже ссылку. Книга крутая, стоящая. Спасибо. Когда у меня ДР? Если вы хотите узнать мой знак зодиака, то я рыба. В электронном формате книги, я надеюсь, ее никогда не будет, потому что аудитория фотографов все выкладывает в интернет, все скачивает на торренты. К сожалению, я, наверное, не смогу это предотвратить. Наверное, ее все равно стырят и выложат, но я очень хочу и стараюсь, чтобы этого не произошло. И, не знаю, это мой крик души. Я буду рад, если вы будете поддерживать эту инициативу. Просто смотрите, на создание любого продукта у любого преподавателя уходит большое количество времени. Попробуйте написать свою книгу, а потом найти ее на каком-то торренте или складчике. Ну, такая себе перспектива, то есть это не очень хорошо. То есть, и я вас призываю не скачивать продукты с торрентов, а платить, потому что люди тратят огромное количество энергии на то, чтобы создать какие-то продукты образовательные, а в итоге их не покупают, а скачивают с торрентов бесплатно. Это странно. Что делать, если люди спрашивают цену и сливаются? Правильно продавать себя, этому я не могу сейчас ответить тебе, то есть не отвечать цену и по определенным техникам продаж переводить клиента в диалог. Этому мы учим на своем курсе, как правильно продавать. Твой вопрос напрямую относится к блоку продажи, который я показывал. Нужно уметь себя продавать, использовать скрипты продаж и правильно общаться с клиентами. Честно говоря, дебильно, что надо переступить себя и соответствовать политике инс. Провокация – это я уже буду не я, а против моей природы. Что сказать? Конечно, ты не должна идти против своей природы. Попробуй найти другую фишку. То есть я не могу сказать, что это универсальный инструмент. Ты можешь отличаться, допустим, каким-то определенным типом фотографии и не делать провокаций. Но ты должна отличаться. Провокация – это всего лишь один из способов отличиться. Как не скучно написать о себе в профиле. Ну, вот я видел клевое описание, типа... не помню, как-то человек так написал стебно. Мои фотографии не заставят вас плакать, что-то такое, вот как-то так. Ну, то есть, что-то интересное. Нужен ли сайт фотографу? Хороший вопрос, но я думаю, это отдельная тема эфира, смотри. Чтобы сайт приносил клиентов, на него должны приходить клиенты из Гугла. То есть они приходят из Гугла, заходят на ваш сайт и потом пишут вам. Если единственное место на ваш сайт, по которому приходят клиенты, это Инстаграм и Фейсбук или ВКонтакте, нахрена вам сайт? Зачем вы ведете людей из соцсети, где им удобно вам написать, на сайт, где им вам неудобно написать, для того, чтобы потом они вам вернулись в соцсеть и написали? Тут очень большой вопрос, нужен ли сайт фотографу. Я считаю, что нужен. Но если нет денег сделать нормальный, то используйте лучше соцсети. Что вы слышали про обновление блокировки в Инста? Обнаженка, тексты про секс и так далее. Сам ищу эту информацию, потому что я выкладываю обнаженку. Не нашел, если честно, пока информацию. Но пока вот мою фоточку последнюю с двумя девочками с зарисованными сосочками не заблокировали. Я пропустила момент с рубашкой. Можно повторить? Лен. Ты провокатор. Я вот прилечу сейчас к тебе на мероприятие, которое будет 19... Давайте прорекламирую мероприятие, подождите. Лена, как называется? Как же называется? Супер фотопати. О, сейчас покажу вам, ребята. Ивент будет вообще жесть. Смотрите. Я лечу на супер фотопати
В Москве 19 декабря будет мероприятие. Подожди, так это я уже, подожди, это я уже лечу? Так это же уже в понедельник, бля. Ой, ой. Короче, все, накосячил, что можно было. Лена, я приеду на это мероприятие в этой рубашке синей. Я знаю, что ты любишь рубашки. И все тебе покажу лично. Супер фото пати Москов. Новогодняя вечеринка от проекта Super Photographers. 19 декабря приходите. Здесь прям написано. Успейте купить билет. Успейте купить билет на superphotoparty.ru. Будет компания Sony, компания Mintpro и Super Photographers. Зачем вам быть с нами? Кто спикеры? Видите, вот, Лен, вот это нечестно. Я как бы здесь буду, а меня здесь нет. Это несправедливо. Ладно, ребят, правда, регистрируйтесь, будет крутой ивент, сможем лично пообщаться, приходите, я привезу книжки, кто там не хочет платить за доставку. Как называется книга? «Финансовый прорыв фотографа». SMM Planner не взломает аккаунт? Ну, а что он его... Ну, им же важно содержать свой бизнес. Здравствуйте, обязательно писать текст? И откуда найти текст, если в голове ничего нет? Посмотреть успешных копирайтеров, нагуглить какой-то в Ютубе, как писать тексты. Если у тебя нет знаний, как писать тексты, попробуй их использовать. Ну, то есть попробуй их наработать. Это очень важно. То, чего ты не знаешь, это максимально интересно для тебя будет развиваться в этом направлении. Посмотри, как пишут другие, посмотри, как пишу я, скопируй себе что-нибудь. Какой бюджет оптимальный для рекламы? Я не могу тебе сказать. Я нарисовал 10 постов по $10, а потом лучший на $100. Вот такой бюджет оптимальный. Даша Булавина поставляет кокос? Нет. Кстати, с Дашей Булавиной тоже скоро выйдет интервью до Нового года на нашем канале. Ходят слухи, что аккаунты... Сейчас, подождите. Ходят слухи, что аккаунты, которые мы не лайкаем, не только уходят из нашей ленты, но и Инстаграм сама удаляет их из наших подписок, считая их неинтересными для нас. Это прям как, знаете, черный-черный лодочник ехал по черному-черному озеру. Нет, ребят, ну это херня какая-то, ну не будет, ну это нарушает правила ваше право конфиденциальности. Инстаграм не может это делать. Если на трех языках с клиентом общаюсь, на каком писать посты? На том, на котором у вас есть подписчики. Задайте им вопрос, спросите у них. Петр Шишков написал, давно пора понять фотографам, что мы должны стоить неприлично дорого, народ, не работайте за Big Mac. Чувак, ты хотел, чтобы я тебе подарил книжку бедному фотографу из Ижевска. Что ты врешь? Мы отправляем курс и книгу в Канаду. Курс онлайн, книга прилетает в Канаду. У нас есть студенты и в США, и в Канаде, которые получили книгу. Все есть онлайн. Ребята, я боюсь, я не успею на все вопросы ответить. Как стать дорогим фотографом в маленьком городе? Никак. Ну, посмотрите интервью с Цаплиным на канале. Ой, кто в эфире? В эфире Стахов Юрий. Надо подписать. Блин, нифига себе вы тут написали, ребята. Да не, я не буду все это читать. Вы чё, это много? Где есть моя книга? Напишите мне в личку. Только в личку.
Вот, Лена написала про супер фотопати. В Казахстан дорогая доставка. Слушайте, ну я не зарабатываю на доставке, я просто отправляю ваши книги. Ой, свою книгу вам. Ну, не гоните. Ну, короче, это отдельно, я не буду это комментировать. Если вдруг доставка стоит дороже книги, я откажусь от книги и хочу книгу в электронном варианте. Ребят, ну, нет. Так, я увидел сообщение, на сайт добавим, но что-то пропустил его. Я живу не в России, я живу в Украине, я потерял 2000 долларов, да, могу сделать отдельный эфир. Ваше мнение, возможно ли совмещать работу фотографа и работу в офисе в нынешних реалиях? Ну, нет, я считаю, что это будет, спасибо вам большое за комплименты, я считаю, что это будет... расфокус для вас. Нужно определиться, вы просто боитесь отказаться от работы, потому что не знаете, будут ли у вас заказы. Лена, буду. У меня уже даже приглашение есть. Скорее всего, точно буду на 98%. Где учились маркетингу? Genius Marketing, Lift Marketing, Соль и мой ментор. И он у меня есть. А где Namecheap прячется? Справа в настройках в вашем телефоне. My New Burn Beauty. Я выступала в Super Photographers. Блин, класс. На New Burn Forum лечить? Летите с Канады в Москву на меня? Ничего себе. Так, тут все прочитал. Ребят, вот я бы приехал на ваш МК в Москве. Не верю я в МК. Ну, я делаю сейчас МК в Германии. В феврале, но это будет вот один такой МК, на котором я соберу всю, ну, то есть это не массовая история. Я считаю, что мастер-классы, ну вот, особенно по фотографии, они вообще не работают. Ну, должно быть какое-то длительное обучение, когда с вами работает преподаватель. Мастер-классы вас вдохновляют, но ничего не меняется. Я просто вот делаю мастер-класс по мотивации, развитию, продажам и маркетингу, но это такая трансформация, потому что я не учу выдержки, диафрагме, там, то есть это конкретные механики, вообще не только для фотографов, не связанные именно с продажами, маркетингом, мотивацией, работой над собой и выходом из зоны комфорта. То есть там отбор такой, что нужно, если ты готов выходить из зоны комфорта, приходи. Кто бы хотел быть женой Юрия, ставьте по плюсики. Лена, и ни одного плюсика. Ну что за фигня? Нет, друзья, Юра не занят. Юрий, Sony выбрали агрессивный маркетинг своих камер, скооперировали с крупными блогерами и фотографами. Вы какой техникой пользуетесь? Я пользуюсь Canon, но я хочу перейти на Sony. Но я хочу, чтобы Sony мне подарили камеру, чтобы я стал амбассадором и пиарил их. Покупать камеру не хочу, потому что я, блин, блогер. И хочу, чтобы они просто валялись у моих ног. Ребят, спасибо вам большое за эфир. А, блин, сейчас, черт, книгу не успел разыграть. А обещал вам. Ребят, придется 22 секунды, придется выйти еще раз в эфир и разыграть книгу. Для тех, кому актуально, заходите, буду разыгрывать. Я пока подумаю механику розыгрыша, какую-то случайную. Буду рад вам подарить книгу. Спасибо большое за ваши вопросы и комплименты. Давайте следующий.